Всем привет, дорогие друзья, с вами Мошт. А мы продолжаем играть в игрушечку Kingdom New Lands. Насколько вы помните, в прошлой серии мы еле-еле затащили бой. Последний бой. Но единственное, если будут с той серии лаги, или по каким-то причинам она у нас не выйдет, я быстренько вам скажу. Мы достроили корабль. То есть, как бы, серия у нас состояла из того, что мы настроили корабль, и на него ушла часть войска. Часть войска на него ушла. После чего корабль дошел у нас до нашей обороны. То есть его не тронули, но нас пробили полностью. Из-за того, что половины войска не было. И следующую ночь я еле-еле сумел поставить войско новое. И мы отбились. И вот сейчас мы смотрим, что у нас произойдет теперь. В еще одну новую. Это вот мало ли, если вдруг игра не запишется. Потому что я наблюдал какие-то там лаги. И если мне не получится это исправить, то... не серчайте. Я вот, в принципе, рассказал, что у нас произошло. Поэтому, надеюсь, это поможет, если что. Ладно, продолжаем. Посмотрим, как далеко у нас уже ушел корабль вообще. Ты вообще деньги-то мне дашь? А то он всю серию не давал деньги мне вообще, вот если... вспомнить. Просто стоял 2 дня и ничего не делал. Вообще обнаглевший. И ты давай сюда. О. Так, где же корабль? Да что уплыл, мальчик-то, а? И смотрите-ка, как неплохо отплыл наш корабль. Серьезно? Он уже так далеко? Да не может быть. Серьезно. Я не верю, что корабль ушел мой так далеко уже. Нет, я обязан его сейчас найти. Ух ты, деньги. Откуда тут деньги? И смотрите, ребята, реально. Корабль плывет. Вот корабль, если в прошлой серии нереально точно не загрузится. И он уже так далеко. А сколько ему осталось, мне интересно. Сколько вот осталось ему до конца? Ух ты. Ну-ка, ну, в принципе, ему еще прилично, да. Я усилю, наверное, лучников, раз я тут. Ну и ладно. А дальше уже потом посмотрим. Ну, блин. Корабль уже очень хорошо ушел. У нас есть все шансы выжить. Хотя скорость у него реально медленная, не понимаю, как он так быстро. В общем, все круто. Так. По сути, я сейчас у нас должна быть атака на нашу базу. Я надеюсь, я приду, и все будет хорошо. Мало ли. Сейчас меня тут примут опять без стамины, я снова убьют, заберут корону и... так сказать, пока королева. Нормально, отдохнула. И наступает новый день. У нас ребята не торопясь идут, вот, которых мы наняли двоечка. Им как бы вообще плевать то, что происходит на базе, как я понял. В смысле? А, я катапульту не делал для этой стороны. Да-да-да, все верно. Возьми одну. Я не знаю принципа этого парня, почему он дает мне деньги. Но я могу сделать вот так. 3 лука. Да, нормально. Опять-таки почти пробили у нас башню. Вот ты, да? А, он теперь, видите ли, тут он стоит. На выходе, понятно. Можно ли еще нанять? А? Я думаю, я успею как бы сбегать туда-сюда. Да, в принципе, да, должен. Раз. И вот ты возьми. Отлично, отдыхаем и бежим
на базу. В принципе, если сейчас все четверо дойдут, как бы двое отсюда, двое оттуда, то у нас будет неплохая оборона уже. Опять-таки, может быть, те двое могут встать не на той стороне, но плевать, ладно. Я об этом не подумал. Так, олень. Нормально. Будем сейчас, я думаю, мы затащим эту игру. Главное не протупить, и чтобы не напали новые монстры. Так. Зайчиков собирают тут. Ох, смещок, спасибо. До сих пор чинит. Наверное, стоит еще нанять одного парня такого. Вот этого. И еще... А, у нас два лука уже готовы. Ага. Тогда, в принципе, я пока делать ничего не буду. Ах, итак, лук. Лук. Я просто, наверное, дождусь следующего дня. И мы построим еще один рубеж. Потому что два рубежа, в принципе, будет уже более-менее адекватно. Можно уже? Можно. Это будут строить, да? Или нет? Или это само? Я забыл. Вроде само. Да, вроде само. Отлично. Давайте, псы. Я готов. Теперь-то они точно ничего нам не сделают. Фух, осталось продержаться. Как корабль не доплывет до новых земель. И первый пошел. Опять-таки очень ужасный выстрел. Куда пульта? Давай нормальный. Кидай. Вот это отличный. Вот давай еще такой же вот сейчас. Давай. Давай. Что ты стоишь-то? И она промахивается, ребята. Она промахивается. И снова очень плохой выстрел. Мы опять проиграли. У нас пробивает оборону. И мы теряем все наше войско. Вот черт. Странно, вроде я все делал как надо. Опять-таки, катапульта не попала очень много раз. О, слишком много раз она вообще не попадала. Ну, давай заново делаем. Раз. Угу. Ну и вот наши бомжики. Без крова. Давай, собирай монетку. Куда уходишь-то? И ты. Так, у нас забрали все луки, да? Ну, хотя бы вот так, парочку возьмите. Хотя бы парочку. А я попробую найти деньги где-нибудь вот тут. Можно побольше. А у тебя, а у вас, ребят, ну деньги, пожалуйста, денежку, дайте королеве денежку. А, ребят, а можно ли как-то вообще всех перенести на одну сторону? Все вот таки, так, кину монетку. Бежит только вот этот парень, да? Ой, неплохо. Два лука сразу, наверное, зря. В смысле? Это чё за бред? Это они... Да вы чё? Вы серьезно? Вы хотите сказать, что я это сейчас все зря сделал? Черт возьми. То есть я сейчас просто взял и... потратил все впустую? Офигеть. Это просто жесть. Они же сейчас пронесут всю мою базу. Это нужно сваливать, определенно нужно сваливать. Не, я уверен, что сейчас нужно просто уйти отсюда. Забрать побольше денег, да. И просто свалить.
Потому что по-другому нас сейчас пронесут вообще всех. И мы не убежим. Потому что они не построили даже заборов. Вообще, как так, я не понимаю. Чё, какая-то музыка началась? Жесть. Мы сейчас столько лучников потеряем. Просто тонны лучников. Ну как такое вообще возможно, что мне реально не хватило? Смотрите, у меня вообще нет ничего, я типа уже даже ничего не строить. Ну, шикарно. И чё, толку от баллисты, я вообще не понимаю. Угу, построили, да? А кто будет стену ставить, ребят? А, вы, да, будете ставить? Ну, конечно. А не поздновато ли вы ставите ее? До свидания. Просто все просрал из-за того, что начал с баллиста. Откуда же я знал, что он так поступит? Пойдет таким образом. Блин, аж обидно. Потому что ребята занимаются не тем, чем надо. Ждем. Ждем врагов. У нас должны пронести сейчас абсолютно всю базу. Я даже не знаю. Так, наступает день. И докуда они дошли? То есть они не дошли у нас за ферму, да? Окей, ну раз до фермы, ой, они даже до сюда не дошли. В смысле? А, ну да, они принесли у нас только ловушку. Раз, давай, два, три, четыре, пять. Ну я надеюсь, теперь ребята будут умные и вообще хоть что-нибудь-то сделают. Ну собирайте монетки-то вы чё? Давай, давай. Очень много сейчас рабочих. Времени реально мало. Стройте, давайте, развивайтесь. Что с вас взять-то еще? Давай, и ты давай. Все работаем, все. Почему никто не строит вот эту хрень? Вообще там бежите. Бегут, смотрите, бегут. Сделаем, чтобы подольше все это было. Так. Я вот и думаю, есть ли смысл сейчас вообще баллисту тащить катапульту нашу? Либо сэкономить деньжата на следующий ход прям по-жесткому. Опять-таки, что по-жесткому? У меня лучников нет. Уже полдня прошло, они ее еще будут тащить через всю стену. А если вообще забить и оборонять только первый рубеж? Это тоже поинтереснее мысль. Идти намного ближе. Кстати, да, можно попробовать. Можно. Смотрите, он строит ее абсолютно вообще весь день. Давайте-ка попробуем их вообще сдержать. И вот тут займемся вышкой. Так, и парню дадим монетку. Блин, не успеваю. По таймингу все сделать. Как бы придется, наверное, отдать одну вышку. Чтоб потом выжить. Скорее всего, так и будет. Просто идти придется реально меньше по времени. И мы таким образом сэкономим много денег. Так, два лучника бегут, шикарно. Так, ну, как бы тут все понятно, мы проигрываем. Снова. Давайте посмотрим.
у меня вообще ничего не выходит. Игруля реально сложная. Просто сейчас, если этой ночью они не придут. А, они пока не идут, смотрите-ка. Раз можно сделать сразу тогда вот так. Нет. А, вот так. Нет. Вот так вот. Ставим ее. Получаем денежку. Отлично. Блин, шикарно. На сразу монетку. И мы выживаем. Очень круто выживаем. Так. И у меня осталась лошадь, да, прям сразу, с начала дня. Да, начинается зима, до нее мы уже доходили с вами. У нас-то зима даже заканчивалась. И при том мы нормально выживали, я помню. То есть у нас не было проблем совсем. Не было проблем с этими монстрами. Давай отдыхай уже и пойдем. Раз не было проблем, значит у нас было большое количество лучников. Собственно, ответ очень прост. Чтобы тащить, нам нужно больше лучников. Начинается зимнее уставание у лошади. Жесть. Так, три солдата. Три, ну давайте три, ладно, прям всех возьмем. Всех, да-да-да, всех. Все бейте на базу. Так. Вариант есть, что сейчас мы затащим. Они что-то медленно идут себе. Факел. Блин, что-то может лошадь раньше, по-моему, один раз уставала и все. Зимой она вообще дико. Просто дико устает. Так. Ну давайте вырубить оленя. Ай, круто-то как. Ну что у нас тут по денежке? Давай сюда. Так, один. И если успеет, то вот так еще. Просто если они успеют собрать, то это будет круто. Один бежит. Где остальные? Остальные идут, да? Ах, ну будем надеяться, что успеют. Окей. Сейчас мы должны просто полностью оборониться. Монетка. Монетка. Ой-ой. Какую хотел отнять мою монетку. Так. Шикарно. Фух, все успели, кроме одного. В принципе, он тоже должен успеть. И после этого, наверное, стоит улучшить стену себе еще, чтобы их задержать на подольше. Давайте, черти. Не знаю, сумеем ли это. Сумеем. Ужасно попадание, просто ужасно. Еще одно ужасное попадание, мы проиграли. Точки берут. Неплохо.
принципе, если бы когда пульта попадал бы все разы, мы бы затащили бы еще быстрее. Но видите, как бы не мог. Так. И мы снова... А, мы остались... А, нет, с деньгами, нормально. Я не понимаю, где находится корабль. Он же был так далеко. Почему он не доехал? Хм. Может быть, он меня ждет. Как вариант, кстати, да. Как вариант, он просто может сейчас стоять у конца и как бы ждать короля. Ну да, без меня-то он не поедет, наверное. Кстати. Это идея. А давайте-ка забьем на них и проверим корабль. Слушайте. Да, мне кажется, что корабль уже доехал. Просто меня ожидает. Мы как бы что-то сейчас сделаем. Может быть, переместимся на другую локацию. Может быть, даже пройдем миссию. Вообще не знаю. Ну, мы наняли себе щитовика. Я думаю, он сдержит натиск. И как бы затащит. Фух, будем надеяться. Пойдем через ночь, конечно же. Вот только непонятно, что делать, если корабль как бы дойдет и ничего не будет делать. Ух ты, еще ребят стоят. Ну, вас я кормить не буду ничем, извиняйте. Вы мне вообще не нужны. Я просто постою, подожду. Отлично. И выдвигаемся дальше. Розовенькая принцесска бежит к кораблю. Вообще непонятно. Очень много чего непонятно. Учитывая то, что до такого уровня мы уже дошли. Так, надеюсь, это поможет. Я крайне на это надеюсь. И корабль доходит. Да ладно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, я понял. Попробуем, ребята. Попробуем. А что если реально получится уйти? А что если сейчас мы просто залезем на корабль и спасемся? Блин, это было бы круто. Если сейчас нам дадут сразу 10 монеток, а лучше побольше, то мы уплываем, и все, и победа. Хорошая идея. Давайте-ка это проверим. Я как бы не думаю, что сейчас нас сюда найдут враги. Просто заберут нашу корону. Ну да, наступает утро. Давайте-ка отдохнем и посмотрим, что стало с нашей базой. Заберем монетки. И попытаемся уйти. Но, наверное, придется все-таки парочку монеток оставить. На оборону базы. Чтобы сдержать стенками хотя бы. Ну, просто по времени сдержать. Так, ну, тут лучники тут живые, смотрите. Давай, давай, мой хороший, давай, молодец. Ой-ой-ой. Мы определенно сбежим. Определенно. Что? Да ладно. Это не может быть такого. Не может быть. Это не может быть. Мне врут. Ах ты. Неужели? Да ладно, они выдержали. Они продержались. Ничего себе. Я в шоке. Ну, не зря, значит, я старался, не зря. Давайте-ка я сейчас сразу дам монетку одному парню. Мало ли мы не уедем. Как бы нужно быть готовым ко всему сразу вообще. Вот на еще одну тебе. И я потихонечку направлюсь уже. Ну, к нашему кораблику.
тут я никому ничего не должен. А мне должны. А мне определенно должны. Блин, круто. Вроде когда нам так нужны были деньги, прям ужасно сильно их не было. Сейчас же нам каждый солдат дает по 5 монет примерно. Ужас. Ну что, бежим? Возможно, это наша финишная прямая, ребята. Я прям даже не знаю, аж интересно стало. Очень интересно. Куда же нас придет корабль? Либо к концовочке игры, либо к новой локации, либо мы подмогу соберем и сможем закрыть портал, либо что-то еще. Прям очень хочется узнать, но глупая лошадь не позволяет, потому что, видите, устала она. Устала. Я бы на месте этой королевы уже бы слез бы, побежал бы так. Куда эффективнее было бы, чем такая лошадь. Она, походу, меня услышала быстренько, отдохнула. А, мы затащили из-за лучников. Вероятно, вот из-за этого мы и затащили. Странно, что до сих пор алтарь горит. Вот так вот сделаем. Чтобы уж точно. И идем. Тащить. Ну что, мои верные подданные, вы готовы? Я тоже готов. Я готов отправиться с вами. И... корона спасена. Ребята, мы спаслись. Неужели? Неужели вторая локация? Вау! И у нас уже есть наши подданные, и у нас идет куда-то отец снова. Ух ты! А правильно ли я бегу вообще? Или неправильно? А, нет, неправильно. Офигенно, офигенно. То есть получается, как бы мы спаслись и отправились на новые земли. Ух ты. Очень интересная задумочка. То есть как бы... но, как я понял, все продолжится снова, да? Или что? Я не понимаю. Куда ты? Почему они не идут за мной? А, все. Я все понял. Да, все начинается заново. Я понял, мы также продолжаем. Я понял, начинается своего вторая серия. Ну что ж, ребята, время серии подошло к концу. Мы с вами смогли пройти игру. То есть мы справились. У нас есть карта. То есть мы прошли от этого, от нашего первого острова ко второму. И как бы игру прошли, напишите в комментариях, будет ли меняться здесь локации и сколько всего таких вот островов тут, или это уже пошел в бесконечный режим. А пока на этом все. Возможно, это финальная серия, если как бы все останется именно так, то скорее всего серия финальная, мы продолжим выживать и играть в другие игрушечки. Ну а если тут будет еще что-то интересное, или вы очень захотите проиграть, чтобы я еще раз поиграл в эту игрушку, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо всем большое за просмотр. С вами был Мошт. И всем пока.